Привет из Египта. Сегодня у нас последний полный день. Завтра мы вылетаем. Где-то 9:30 самолет. Ориентировочно, если не изменит время. Предусмотрительно мы побухали за отъезд вчера. Потому что завтра в 12 часов у нас с нас срежут волшебные браслеты. Браслеты всевластия в Египте. И в 15 часов нам будет все недоступно. Вот мы сейчас много видео моих каких особо эти. Наверное, я не снимал именно так вот видосов по отелю или еще что-то. Планировал сделать видео, что я брал с собой. Но что-то все никак. Что-то все никак не получалось. Уже вряд ли получится. Только если из дома. Так, отель неплохой, но со своими, скажем так, заморочками и минусами. Coral Beach Resort Montaza. Отель сегодня сейчас вот 11, наверное, около 11 утра. Отмачиваемся по бассейне, потихоньку. Я вот дня три назад был готов уехать. Ну ладно. Пока дальше. Отдыхаем. И расслабляемся. Кованые столики, камень, натуральное стекло. И я валяюсь, отдыхаю. 2:30 дня. Комнату в 12 мы сдали. Вылет у нас в 3 ночи. Забирают нас 1:30 из отеля. Браслеты все не срезали, мы пользуемся всем, чем хотим. Бассейн, бар, ресторан. Что-то я у бассейна утомился. Пришел в тенек, здесь кондиционер, прохладно. Музыка и успокаивающая. Может быть, ну даже полчасик на улице. Жара сам по часам, наверное, пока эффект 5:30 посад 3. Все равно очень прикольно, это вот главное здание, чуть выше этажом ресепшн. Здесь вот такие вот картины висят везде, мебель красивая, удобная. Народу здесь ходит мало, так что думаю, спокойненько полежу чуть-чуть. Домой хочется уже, но отдыхался. У нас сегодня должен был быть вылет в 9:30 вечера. Потом вчера что-то нас баламутили, сказали, что мы вчера должны были вылететь. Мы все чемоданы собрали, приходим узнавать. Оказывается, нет. Оказывается, сегодня не в 9:30, а в 3:20. Долго на тракторе. Ну, уж я слышал, вчера улетел. Сегодня дома был. Идут.
Ладно, ты разговаривай сам. Ой. Я разговариваю с собой. Да, справа.